Монтаж. Теплица фермер с размерами 3 у нас ширина и 12 длина. Здесь мы уже собрали брус на основании клиента на бетон и также уже поставили одну центральную арку и собрали один торец. Дальний также у нас будет в этой теплице 4 промультипинковые на автомате и 2 двери цельные. У нас торец будем здесь в этой стороне устанавливать. Сейчас также пойдем дальше арки, прогоны накидывать. То есть монтаж начинается с центральной арки и уже выходим в разные стороны. Монтаж теплицы фермер 3 на 12. Здесь мы уже поставили каркас, 2 торца. Сейчас будем накидывать прогоны, прокручивать их и уже перекрывать поликарбонатом. Поликарбонат у нас будет новатора 4 мм на 75 плотности. Плюс сам каркас состоит из трубы 20 на 20. Цинк плюс полимерно порошковая покраска. Устанавливаем на брус. Брус также установили на основание клиента. Также его закрепим к бетону. Брус. И будет у нас еще 4 фрамуги коньковые на автоматах. Такая вот длинная теплица у нас. Уже прокрутили прогоны на теплице. У нас идет 5 прогонов на пролет. И также подготовили фрамуги. Сейчас все это будем перекрывать поликарбонатом, устанавливать фрамуги, двери. Резиновый дверной уплотнитель. Также мы его предварительно прикрутили под поликарбонат, когда изготавливали торцы или обшивали. И как будем уже обшивать дверь, будем ее заводить сюда. Таким вот способом и здесь уже прикручивать на поликарбонат. Чтобы внутри уже была резинка. Как ее сделаем, также еще покажем. Монтаж теплицы фермер 3 на 12. Здесь мы уже ее почти перекрыли. Сейчас мы делаем фрамуги. Здесь у нас фрамуга будет коньковая. С другой стороны также там фрамуга установлена. Сейчас будем перекрывать. Клеить защиту сот перфоленту плюс свой профиль надевать. Также присутствует у нас резиновый торцевой уплотнитель и также перфолента и профиль. Такая вот длинная теплица 3 на 12. Также здесь у нас фрамуга, фрамуги все у нас будут на автоматах. Дверной уплотнитель, здесь у нас выемка такая вот. Снаружи все вот так вот аккуратно, никакой щели, ничего нет. Также перед тем, как его устанавливать, сначала крепим с этой стороны. Потом, когда уже дверь обшиваем, уже заводим его сюда под поликарбонат язычок. И зажимаем шайбами. И здесь у нас получается вот такая вот для петель, чтобы петли не растягивали их. Все так аккуратно. Монтаж теплицы. Теплица у нас фермер с размером 3 ширина и 12 длина. Сама теплица состоит из трубы 20 на 20, двойная дуга. Труба идет цинк, плюс покраска полимерно-порошковым способом. Цвет у нас 80-17, это коричневый. Также в этой теплице присутствуют у нас 4 фрамуги коньковые на автоматах. Автоматы мы уже сняли на зимний период. Вся фурнитура уже готова. Только осталось весной смазать их и поставить. Также установили теплицу на брус 100 на 100 обработанный антисептиком. И брус закрепили к основанию. Также установили диагональные усилители по углам. В торцах у нас идут двери. Двери цельные в одном торце и во втором торце. Также сделали торцевой резиновый уплотнитель по торцам. Плюс идет также резиновый уплотнитель в двери. Здесь мы также закрепили его бетоном в трех точках с двух сторон. И сделали защиту сот для поликарбоната. Наклеили перфоленту плюс профиль торцевой. Поликарбонат у нас идет новатор 4 мм, 0,75 плотность.
такая вот большая теплица 3 на 12. Также сделали с тем подвески по две нитки с каждой стороны.